прекратить это, прекратить насильственную принудительную мобилизацию и похищение людей на улицах. Посмотрите, это позорит вооруженные силы Украины, позорит государство, снижает обороноспособность и напрочь на корню убивает мобилизацию. Это что за пиздец? Посмотрите, что это такое? Окружающие на улице говорят, прохожие говорят, твари. Зачем они это делают? Зачем? Для чего? Какой в этом смысл? Какой эффект, кроме того, что люди начинают ненавидеть ТЦКшников ненавистью прям черной? Как НКВДшников ненавидели, как КГБшников ненавидели. Зачем вы это делаете? Нахера вам это надо? Зачем этот человек, который у вас из бусика вылазит через окно? Это же позор вооруженных сил Украины. Это видео не я как блогер. Не люди, которые его сняли, а это само видео, сами действия этих людей, вот этих вот ЭЦКшников, оно позорит и дискредитирует вооруженные силы Украины. Это же дискредитация, такого быть не должно. Это неправильно. Это видео, как его туда запихнули в этот бусик. Вот видео, как он оттуда вылазит, посмотрите, с другого ракурса. Вот он вылез, а дальше интересное. Украинец, понимаете, там ему угрожает все. Он залез в этот бусик, чтобы велик свой достать. Внимание, вопрос. Это что, уже начинается мобилизация транспортных средств? Зачем они велик у него забрали? Он на велике ехал. Велик они зачем его забрали? Зачем? Зачем? Велик они зачем забрали? Вы мне можете объяснить? Это мобилизация велосипеда? Это же террор на улицах. Это буквально настоящий террор, терроризирование населения с целью, чтобы люди испытывали страх. Зачем это нужно? Зачем врать? Мобилизация транспортных средств. Ну зачем врать? Зачем? Потом врут, что этого не было. Вот вы увидели это видео сейчас. И сейчас погрузили пацана в машину. Ай-яй-яй-яй-яй, беспредел, сука, полный. Чтобы люди вот так комментировали, зачем вы это делаете? Ведь комментарии у всех одинаковые. Беспредел, сука, полный. Это комментирует любой человек, кто видит происходящее. Зачем вы это делаете? Это ИПСО. Это видео и его публикации играют на руку вражеской пропаганде. Сука, действия не играют на руку вражеской пропаганде? Нет, это другое. Это вообще, ты на видео Луганский не понимаешь, что происходит. Мы сейчас тебе объясним. Ай-яй-яй-яй-яй, беспредел, сука, полный. Слышите, что женщина говорит на заднем фоне? Она говорит, вот отстоять хотя бы раз, вот так вот отстоять, чтобы, но это невозможно. Слышите, что она говорит? Он сам? Не, он говорит, я не хочу, они его прям как это, ну что это за беспредел? Кричат, они просто твари. Слышите, что они говорят? Василий в суперчатике пишет, что не можете оформить спонсорку. Может быть, в вашей стране недоступно, я точно не знаю. Большое спасибо в любом случае за поддержку. Я не знаю. На Patreon подпишитесь, там все дублируется на Патреоне. Скажите, это нормально? Скажите, пожалуйста, это нормально? Я считаю, что это ненормально. Я считаю, что это явно... А потом, это видео, оно... А это видео, мне пишут, я его опубликовал снова, а мне пишут в чатике, Андрей, это уже было.
Ну, типа мем с Кучмой. Це ж було вже. А это будет каждый раз. Сергій, військовослужбовець. Він каже... Чесно, вони так на нас реагують, на ТЦК. Я не знаю, хто і що ми для них, ну, що ми з ними робимо. Що люди так реагують? Ми йдемо по вулиці, вони нас бачать, вони одразу отак, ну, на розворот, і, наче ми для них якісь ізри, ми їх катуємо. Ми зустріли людину, до неї підійшли, представились. Перевіряємо її документи. Якщо все добре, ми відпускаємо. Якщо людина не стала на облік або знаходиться в розшуку, тому що вона не стоїть як військово зобов'язана, то мы выписываем неповедить. И все. И все. Че? Непонятно, почему люди разбегаются. Согласитесь. Чего люди разбегаются? Чего люди разбегаются? Он не может понять. Надо, чтобы ему кто-то объяснил бы про то, что происходит. И тот, кто объяснит то, что происходит, нашелся. Это тот самый Днепропетровский областный ТЦК ТСП. В социальных мережах поширюються декілька відео. Ну, взяли бы и опубликовали бы видео конкретное. Про какое видео они говорят? Да, вот только это видео, про которое они говорят, мы только что с вами посмотрели. В социальных мережах поширюються декілька відео, на яких громадянин вылазить з легкового автомобиля. Во-первых, это бусик вообще, не легковой автомобиль. Ну ладно. В салоні якого перебували військові через вікно, забирає з багажника свій велосипед та спокійно залишає місце зйомки відео. У зв'язку з цим повідомляємо, що подія сталася сьогодні, 28 травня, в місті Дніпро. Під час оповіщення військовозобов'язаних в одному з районів обласного центру цьому громадянину, який, як попередньо встановлено, не оновлював свої дані у ТЦК та СП, йому було запропоновано проїхати до районного центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації для оновлення своїх даних і вирішення питання щодо його можливого притягнення до адміністративної відповідальності. Все. Йому просто запропонували. Каже, я не знаю, чому вони побачили нас і одразу розбігаються. Ми просто пропонуємо приїхати з нами. Після того, як цей громадянин сів в салон автомобіля, тільки що ми з вами бачили відео, як його туди запіхнули, його поведінка стала неадекватною. Ви розумієте? І він почав вилазити у відкрите вікно автомобіля. Емоційно кликав перехожих допомогти йому залишити авто. Без пояснень причин такої реакції. Жодних заходів психологічного, фізичного примусу або вплив на цього громадянина з боку військовослужбовців, відповідно попередньо встановлених, не застосовувалось. Понімаєте? Його просто бусифіцировали. А він такий в бусіки, нормальний головний себе, потім такий... Запаниковал, у него паническая атака, и вылез в окно. Главное, да мог просто выйти. Кто его там держал? Господи, его же никто не держал. Они реально без рофлов это пишут. Да! Закликаємо громадськість та ЗМІ, це вони до мене, ще зараз скільки там дивиться, більше 6 тисяч глядачів дивляться. Це значно більше, ніж зараз дивиться людей онлайн, телемарафони і телеканали. Розумієте, що вони до мене звертаються? Дякую дуже. Закликаємо не брати участі в черговій хвилі стурбованості та занепокоєності щодо дій ТЦК та СП і не підживлювати ворожу пропаганду. Ви чого? Ви чого, ребята? Це не смішно. Вообще ні разу не смішно. То, що відбувається на відео, це не смішно. Ви що? Кругом люди. Видели, что происходит. Вы же его запихнули в бусик. Он, главное, мы просто ему предложили поехать с нами. Велосипед, значит, погрузили в этот самый, в багажник, все. А там он начал неожиданно вести себя как-то неадекватно. Что с ним произошло? Зачем он так себя вести? А мы ни при чем вообще. Никакие, ничего вообще. Вообще ничего. Его никто не... Ничего вообще. Его просто придерживали, чтобы он не упал. Согласитесь. Просто придерживали, чтобы он не упал. Залез в бусик неожиданно, и начал орать люди. Специально это для чего? Это чтобы сняли, видимо, его на телефон, чтобы выставили везде. На руку, чтобы сыграть в вражеской пропаганде. Чтобы и псов все распространяли. Это наверняка какой-то вражеский агент. Он такой и вытолкнул бы вообще, потому что головой упал бы на асфальт, и вообще было бы идеально. Ребята, я много раз это говорил, я еще раз повторю. Это совок, это Советский Союз, это когда ложь, и все пронизано ложью.
Дорогие вы мои, очень дорогие, Днепропетровский областный ТЦК ТСП, кто у вас пишет эти тексты? Вероятно, я подозреваю, есть какой-то, ну не знаю, там условно, какой-то Женя, которого, работа которого писать эти тексты. Пусть он ничего не пишет, он делает хуже. Не надо ничего писать. Все и так все понимают. Любой человек, кто увидел это видео, понимает, что произошло. Любой человек, который не видел видео, а вы его не публикуете у себя, не понимает, о чем идет речь. Но можно себе представить теоретически. И нет смысла в вашей лжи. Вот эта брехня, она не нужна. Вы поймите, я сейчас объясню очень важную штуку. Наверняка меня сейчас смотрят те, кто занимается в работнике пресс-служб ТЦК. В вашей брехне, в этой лжи нет смысла. Потому что имеет смысл только в вашем случае обманывать. Не всегда врать и обманывать означает одно и то же. Вдумайтесь, что я говорю. Когда вы пишете ложь, откровенную брехню, пиздеж, когда вы пишете неправду, но есть люди, которые вам поверят, то вы их обманете. И тогда в этом есть какой-то смысл. Ну то есть, а давай обманем их и скажем, что это было не так, ну что было вообще все не так, как на видео. Давай им расскажем, что мы просто предложили ему проехать, а он начал в бусике кричать. Ну давай. И если бы люди поверили бы вам, то был бы какой-то профит, ну какая-то была бы польза от того, что вы кого-то обманываете. Ну типа, люди бы обманулись. Но нет ни одного человека, кто увидел это видео и прочел ваш текст. Кто поверил бы тому, что вы написали? Ведь это неправда. И в вашем тексте есть ложь, брехня, пиздеж, но нет обмана. Потому что вы не смогли этим текстом, при помощи этого видео, одновременно их совместив, обмануть хотя бы одного человека. Не обманут был никто. Поэтому ваш смысл вашей работы, он отсутствует. Не пишите ничего. Лучше ничего не напишите. Ну просто сделайте вид, что типа бусик, какой бусик, мы не знаем. Начиная с того, что это не легковой автомобиль. Зачем вы пишете, что легковой автомобиль? Это бусик. Ну скажите, мы не знаем, о чем речь. Мы не в курсе, мы не видели. У нас работа другая. Мы родину защищаем. Есть, знаете, такая работа — родину защищать. И будьте, отморозьтесь, вам тогда больше людей поверят, и вы сможете обмануть. Хотя это будет неправда, хотя это будет вранье, но тем не менее, вы хотя бы обманете людей. Ну типа, может это, ну короче, ВН еще номера, Днепр. Почему Днепр, а номера ВН? Короче, что-то там мутно. И все, 2 дня прошло, появились новые пингвины, и все, информационное поле, так все, и забыли все. А вы обманывать не можете, вы просто врете. И этого делать не нужно. Из-за этого развалился Советский Союз. Он развалился из-за вранья. Из-за того, что все было пронизано ложью. От того, что газеты врали и знали, что люди знают, что никого, никто не мог обманывать. Нельзя Украину превращать в совок. Нельзя. Иначе нет смысла. Защищать совок бессмысленно. В борьбе совка и совка победит совок. А куда смотрит при этом полиция? Чем занимается при этом полиция? Ну типа, а давайте вызовем полицию. Ну давайте. Давайте расскажем полиции, что происходит и что, ну, это какое-то нарушение закона. Но полиция в курсе. Она знает. И ДБР знает. И ДБР знает, что полиция знает. И люди знают, что ДБР знает, и полиция знает. И все знают, что происходит. А происходит беспредел. Что ты меня держишь вообще? Я что? Я же еще не затриманный. Затриманный. Кого я затриманный? В этот момент уже есть затриманный. Где, блядь? Где, блядь? А за что? В розыске находится. Так а за что в розыске? Ответьте на вопрос нормально, я ребят. Занимается, сука. За что он в розыске? Нету, блядь, писал, блядь, затримания, нахуй. Ребят, ответьте на вопрос, пожалуйста.
Вы же при исполнении должны ответить людям на вопрос. За что он в розыске? Ответьте. Ребят, за что он в розыске? Ребят. За криминальное правопорушение. Какое? Мы на это обязаны вам доповедать. Так ему вы ничего не предъявили, вы ему ответьте. За то, что он не является в ТЦК? Да, именно так. Или за что? Ну это же беспредел, вы понимаете, вы сейчас сидите на человеке и заставляете его что-то делать. Все комментируют это одним и тем же словом. Беспредел. И в стране на улицах происходит беспредел. Ну то есть отсутствие верховенства права. И нельзя при помощи беспредела, террора построить правовое государство. Не получится. Вот у вас говно, вот ветки. Постройте небоскреб. Не получится. Из беспредела полицейских и беспредела военнослужащих не строится правовое государство. Ну нельзя, не получится. Вот немножко мусора, вот немножечко какого-то, я не знаю, там чего-то там плохого. Постройте что-то хорошее, какое-то здание. Нельзя, так не получится. За что они его задерживают? Вы разговариваете, я такой же гражданин, как и вы. Зачем вы они его задерживают? За что? Ответьте, пожалуйста. Вот у нас стоит три человека, мы вам задаем вопрос. Ну что вы на нем сидите? Встаньте с человеком нормально пообщайтесь. Чего вы на нем сидите? Как вас зовут? Вы можете настроить на видео? Вот у вас номер 108-192. Почему вы на нем сидите, на гражданине Украины? Скажите, пожалуйста. Замечательный вопрос, кстати, да? Почему вы сидите на гражданине Украины? Простите, может я буду. Ребята, почему вы на человеке сидите? Встаньте с человека, общайтесь с ним нормально. Вы слышите? Ребят, встаньте с человека, что вы на нем сидите? Вы слышите? Встаньте с человека. Молодой человек, встаньте с человека. Набери 102 выбора. Да, скажи, тут полицейские беспределы сильно на человека сидят. Из слов ОП, Ж и А составит слово незламность. Возьми телефон, да, пожалуйста, поговорите. Возьми телефон. Не дает мне разговаривать. Дайте ему встать, он что, собака, чего вы на нем сидите? Возьмите телефон, пожалуйста, поговорите, что скажете. Да, быстрее. Добрый день, зараз это... Мужчина, почему вы на нем сидите, вы можете ответить? Да он вас пальцем не трогал. Він йому причинив телесні ушкодження. Ніфіга себе, там, може, ноготь сломали или что? Так, посмотрим. Він не причинив, бачите, телесні ушкодження. У вас на кулаках могут быть счесаны, только если вы его били. Так встаньте с него, он с вами нормально общается. Может быть, он ему зубами по кулаку нанес какие-то телесные ушкодження? У нас говорит встать, а вы не можете встать, потому что убегает. Встаньте с человека. Вот это наша полиция, которая защищает людей должна. Дайте ему встать, он будет с вами общаться нормально. Дайте встать ему. Я думал, он на нем поедет сейчас. Ну вот он так с него вставал. Мы в детстве так в слона играли в школе. Вы играли? Когда ты прыгаешь, а потом слон должен ехать. Он так на нем, типа, хи-хо, поехали. Пиздец просто, про который поехали. Я не знаю, как это комментировать каждый раз. Вот это наша полиция, которая защищает людей. Должна... Вставай, тут на него еще такой сел. Должен дайте был такой встать. Сказать, хи-хо, и поехали. Нормально. Пиздец дайте просто. Зачем они это делают? Ну зачем они это делают? Зачем этот беспредел? Зачем? Это же террор. Ведь смысл террора исключительно в том, чтобы ввести людей в состояние страха. Зачем это нужно?